Новосибирской области немало храмов, посвященных Пресвятой Богородице. Так, в научном центре Новосибирска, Академгородке, в микрорайоне Ща, в середине 90-х годов был организован приход в честь Рождества Пресвятой Богородицы. На огражденной от житейской суеты живым лесом территории сегодня стоят уже два храма. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы, божественную литургию здесь возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим со служении духовенства епархии. Престольный праздник храм был переполнен прихожанами с детьми, воспитанниками воскресной школы. И это не случайно. Именно к Богородице мы обращаемся с молитвами о помощи в рождении и воспитании детей. Именно дети нуждаются в ее непрестанной защите и милосердии. С Рождества Пресвятой Богородицы мы начинаем время шествия по летоисчислению года сего. На Покров мы празднуем наступление зимы. Вместе отмечаем Рождество ее Сына. И каждый день исполнен усердной молитвою Матери Божией. А сам год заканчивается успением Божией Матери. И действительно, ведь именно с рождения Пречистой Девы, можно сказать, и начинаются новозаветные времена. Ибо в течение многих тысячелетий страждущее человечество жаждало, когда же в мир придет та, которая сможет родить Бога, вместить невместимого, а родить предвечного. Многие люди не понимали этого откровения, да и невозможно было понять, как можно родить того, кто сотворил эту вселенную. Того, кто все сотворил. И лишь когда пришло время свершения, только тогда открылись духовные очи, и мы смогли осознать, как действенен промысел Божий в этом мире. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы учит нас верить в промысел Божий, в этом его духовное значение. Каждый человек должен твердо надеяться на Бога, не отчаиваться и не оставлять своих молитв перед лицом страданий и препятствий, как это делали родители Матери Иисуса Христа. Матери Божией мы препадаем в скорбях, в радости, в болезнях и тогда, когда свершаются счастливые моменты нашей жизни. Мы ее просим, мы ее и благодарим. И для каждого из нас она действительно живая, реальная, ибо чувствуем, знаем, какая помощь от нее исходит. Мы верим, что по ее молитвам, молитвам Матери Божией, Господь исполнит вся просимое. Мученик Игорь Черниговский жил в XII веке, когда на Руси вели жестокие межусобные войны. После смерти брата он стал князем Киева, но горожане Киева предали своего правителя и позвали другого, князя Свойского. Князь Игорь хотел защитить свой город, но люди Киева повернулись против него и стали на сторону захватчиков. Князь Игорь храбро сражался, но его взяли в плен и посадили в тюрьму, где он тяжело заболел. Попросил князь Игорь, чтобы ему позволили стать монахом. После пострига он сразу исцелился. Но войска Киева зверски убили его, хотя он больше не хотел править и посвятил себя Богу. В день его кончины случилось Божье знамение. Все свечи в церкви внезапно зажглись. Пред иконой князя Игоря молятся для защиты от болезней, бед и предательства.
День князя Игоря Черниговского празднуют 19 сентября. В Государственном концертном зале имени Каца состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного мэра Новосибирска Анатолия Евгеньевича Локтя. На состоявшихся 8 сентября выборах городского главы Анатолий Евгеньевич получил поддержку большинства избирателей. Вновь избранного градоначальника поздравил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Он приветствовал Анатолия Евгеньевича от лица Новосибирской епархии и Совета глав религиозных организаций традиционных религий России, города Новосибирска и Новосибирской области. Сердечно приветствую вас и поздравляю со вступлением в должность градоначальника столицы Сибири. Руководить крупнейшим муниципалитетом нашего Отечества – нелегкая задача. Но благодаря вашим неустанным трудам и помощи ваших верных помощников это тяжелое дело за минувшие 5 лет дало свои зримые результаты. Ваше избрание на второй срок свидетельствует о том, что новосибирцы по достоинству оценили ваши труды на благо города и его жителей. Доверили управлять третьим городом России именно вам. Мы высоко ценим ваше внимательное отношение к нуждам верующих людей и благодарим вас за всякое содействие и помощь. Наше сотрудничество в рамках социальных, информационных, культурных, молодежных, образовательных проектов приносит высокую пользу горожанам и находит в них живой отклик. Возрождение традиционной культуры и актуализация духовно-нравственных ценностей – вот дальнейший путь нашего взаимодействия. Уверен, что совместными силами мы сможем сделать нашу малую родину, столицу Сибири, город Новосибирск, лучше и сильнее. Желаю вам, глубоко уважаемый Анатолий Евгеньевич, чтобы грядущее 5-летие вашей ответственной деятельности на посту мэра города Новосибирска ознаменовалось динамичным развитием нашего мегаполиса в соответствии с намеченными планами. Успех вам, крепости душевных и телесных сил. Около 100 тысяч новосибирцев смогли поклониться частице мощей святителя Спиридона Тримифунского. В течение 10 дней святыня, прибывшая из Свято-Данилова монастыря, находилась в главном храме Новосибирской области – Вознесенском кафедральном соборе. Люди разного возраста, социального положения, с тросточками на больных ногах, при поддержке близких, шли непрерывным потоком с молитвами, обращенными к скорому помощнику Божьему, святителю Спиридону. В течение всех дней священнослужители новосибирских храмов по очереди читали молитвы и акафисты, обращенные к любимому святому. Множество новосибирцев пришли в последний день пребывания святыни в Вознесенский кафедральный собор, чтобы торжественно проводить ее. Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим возглавил молебен в сослужении духовенства епархии. Ковчег с частицей мощей пронесли над головами верующих, чтобы они еще раз могли прикоснуться к святыне и попросить заступничества у святителя Спиридона. Межрегиональный фестиваль «Где стоишь, там поле Куликова» традиционно проходит в праздник Рождества Пресвятой Богородицы и Дня воинской славы. На нескольких площадках Новосибирска и города Оби прошли праздничные мероприятия, посвященные победе русских полков над татаро-монгольскими войсками в Куликовской битве. Около 30 тысяч школьников приняли участие в работе фестивальных круглых столов и мастер-классов. Перед молодыми людьми выступали историки, военнослужащие и священнослужители. За
События, которые вспоминает церковь в праздник Креста Воздвижения, произошли в IV веке от Рождества Христова во времена правления святого императора Константина Великого. Он решил построить храм на Голгофе, в том месте, где был распят Спаситель. По его просьбе на святую землю отправилась его мать, святая равноапостольная царица Елена. В Палестине она и нашла крест Христов, зарытый глубоко в землю. Божественную литургию в праздник Креста Воздвижения в Вознесенском кафедральном соборе возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в сослужении духовенства епархии. В этот день церковь призывает верующих воздать благоговейное поклонение честному и животворящему кресту, на котором Спаситель перенес величайшие страдания ради нашего спасения. Еще накануне, во время всеночного богослужения, крест под многократное пение «Господи помилуй» был торжественно вознесен в центр храма, как символ победы над грехом и смертью, символ любви и милости, символ спасения и вечной жизни. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим. Воспеваем мы, прославляя животворящий крест Господень. В память древних событий, обретение креста Господня, ныне Святая Церковь прославляет великую святыню мира христианского – крест Господень. Некогда страшное орудие позорной казни, ныне для нас крест является источником благодати Божией. Некогда орудия позора, ныне крест Господень – это знамение славы Божией, знамение воскресения Господа нашего Иисуса Христа, знамение того, что Господь настолько возлюбил мир сей, что даже Сына Своего предал на мучение во искупление рода человеческого. И прославляя Господа нашего Иисуса Христа, воскресшего Спасителя мира, мы совершаем поклонение кресту Господню. Как знак того, что каждый из нас христианин, мы носим на себе наш нательный крестик. Крестным знаменем, восставшие от сна, мы себя осеняем. Осеняем нашу пищу, осеняем наши вещи. Крест Господень поставляем на храмы наши, дабы знамение Господня благословляло град или село. Ныне все мы пришли в храм поклониться кресту, поклониться Спасителю и прославить Его святое воскресение. Мы просим и молим Господа даровать нам крепость душевных и телесных сил, простить нам наше прегрешение, помиловать нас и даровать нам жизнь вечную. Аминь. Свято-Серафимовский приход был первым православным приходом, появившимся в Ленинском районе Новосибирска в середине 90-х годов прошлого века.
До сих пор он размещается в здании бывшего детского садика, но 3 года назад был заложен первый камень в строительство нового величественного храма во имя преподобного Серафима Саровского. Значимое событие произошло в жизни прихожан прихода – освящение купольного креста и купола для строящегося храма. Примечательно, что произошло это в праздник крестовоздвижения. Чин освящения возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Освящается знамение всекрестное, окропление воды священной, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. На изготовление креста и сложного 8-гранного купола был объявлен народный сбор в интернете. Помогли также и благотворители. В течение года строитель обещает завершить строительство 27-метрового храма, чтобы следующей осенью Серафима Саровский храм принял своих первых прихожан. Ныне был освящен крест и купол этого храма. И будет вознесен крест и водружен над храмом, и будут освящаться все люди, которые здесь живут. Благодать Божия каждого коснется. И особо коснется тех, кто является верными чадами Русской Православной Церкви и будут прихожанами святаго храма всего. Всех вас поздравляю с этим днем и каждому из вас желаю, чтобы вас Господь благословил, укрепил и даровал многое и благое лето. Здравствуйте, братья и сестры. Снова ваши вопросы. Вот такой. Как быть, если прихожане во время службы подпевают хору? Нужно ли делать замечания? Очень отвлекает. Очень жаль, что отвлекают такие вещи. Но ничто не должно отвлекать. Да хоть камни с неба, как говорил один духовный человек. Ничто не должно отвлекать нас от службы. Замечания делать. Для этого есть настоятель. Для этого есть служащие священники, которые как раз и озабочены как раз благолепием богослужения. Ну, у нас в храме действительно бывает такая проблема, когда регент хора подходит и говорит: батюшка, вот, честно говоря, прихожане отвлекают. Я подхожу, говорю: мама, не надо. Вот, если хочешь подпевать, ходи на спевки, и вот будешь вместе с хором участвовать в богослужении. Но не надо никому делать замечаний. Не надо. Вы молитесь. Вы не думайте о том, что рядом с вами, за вашей спиной, что вас отвлекает. Богу молитесь. А если действительно это уж совсем мешает службе, то обратитесь, пожалуйста, к настоятелю. Но подумайте, нужно ли это делать. Еще вопрос. Сколько раз нужно креститься во время пения символа веры? Кто-то 3 раза крестится, кто-то 4. Символ веры – это не молитва. Прежде всего нужно понимать, что это не молитвенное обращение к Богу. Это исповедование веры. Мы осеняем себя крестом во время пения или чтения домашнего символа, в домашней молитве символа веры, при упоминании имени Божьего, при упоминании имени Бога Отца, Сына и Святаго Духа, мы 3 осеняем себя крестом. В любой другой молитве, если в середине молитвы вдруг вот разному бывает, вот упоминается имя Божие, мы снова себя осеняем крестом. Обратите внимание, это есть и во время соборного богослужения. А в конце символа веры принято поклониться, да, на слове «Аминь», что верно, истинно, в знак своего смирения перед Богом. Вот таким образом это общее правило. Будьте внимательны, смотрите, и в других случаях тоже употребляйте, не забывайте быть, соблюдать такое вот благочестие. Еще тоже про поклоны, про молитвы. Батюшка, нужно ли кланяться во время призыва к оглашенным? Оглашенные, да, преклоните ваши главы, есть такой момент во время литургии. Половина народа в храме кланяется, половина гордо смотрит на невежд. Но я слышала, что как один священник на Спасе рекомендовал смиренно кланяться всем. Как быть? И вот еще раз, вопрос очень похож на первый, кстати. Да, снова мы вот пытаемся там отсыдить
комара и проглатываем верблюда. Вот мы опять вот за какие-то вещи. Ну, хочется тебе преклонить голову, ну, преклони ты ее. Некоторые всю службу смиренно стоят, очи держат долу. Некоторые священники даже так рекомендуют, не дерзай поднимать глаза к небу. Поэтому батюшка сказал кланяться всем во время призыва поклонить головы оглашенным, потому что мы все еще далеко, даже и не оглашены-то не полностью, наше познание о вере еще далеки от полноты, поэтому каждый из нас по-хорошему должен себя ощущать таким еще только оглашенным, смиренным. Можно это делать, можно этого не делать, это действительно не обязательно. Я вот сам замечаю, когда говоришь «мир всем», или не все преклоняют главы, когда священник благословляет, или диакон возглашает: главы ваши, Господи, преклоните. Это обращение к лику, то есть к собравшимся людям. Или все мы должны преклонять главы. Действительно, вот, надо следить за тем, что происходит во время богослужения, но не так, чтобы вот буквально каждой мелочи обращать на это. Мелочей богослужения, конечно, не бывает. Но появилось у вас желание преклонить главу? Преклоните. Нет, не отвлекайтесь, слушайте внимательно, будете обращать внимание на то, к чему призывает вот сам текст богослужебный вас. Еще вопрос. Несколько необычный, хотя, да, проблема сейчас снова такая появилась. Сейчас очень стал популярен вновь сетевой маркетинг. Может ли верующий христианин участвовать в таких проектах, не является ли это грехом? По моему личному глубокому убеждению и по мнению людей-специалистов по сектоведению, это является очевидно греховной страстью. Потому что все эти бесконечные, чего только не было, и Greenway сейчас новый, и Amway, и Herbalife, и какие-то еще другие там аббревиатуры, все это обещание жизненных благ здесь и сейчас. Человек не спасением своей души должен заниматься, а делать им карьеры. Причем, обратите внимание, что плохого в торговле? Да ничего плохого в торговле нет. Если бы ты производил бы что-то, торговал бы что-то, да на здоровье. Но ведь здесь-то прибыль-то получается не от твоего труда, а от тех людишек, которых ты включишь в эту сеть и будешь получать уже основную прибыль от их труда. Ты эксплуатируешь людей. Первое, что предлагают людям, которые попадают в сети вот этого сетевого маркетинга, составить списочек с телефончиками, с именами, вот, друзей, которых можно было бы обхватить своим влиянием. Совершенно очевидно, сектантские приемы. Или наоборот, секты используют вот методы сетевого маркетинга. В любом случае, это закабаление души человека. Привите ему идеи совсем других. Не спасение своей души, а зарабатывание средств, причем путем обмана. Обмана. Ну, не бывает чудодейственных тряпочек, таблеточек, порошочков, жидкость. Не бывает. Невозможно это. Значит, это обман. Люди пытаются от вас, из вас вытащить, эти маркетологи, имена, явки, все ваши интересы, всех ваших друзей, и ты их сдаешь. Ну, это же подло. Ничего хорошего в этом я не вижу. Я считаю, я вижу примеры, когда люди начинают заниматься этим, даже вот среди моих знакомых христиан православных. Да, глазенки загорелись, побежал человечишка. И уже служба ему не нужна, у него уже там свои интересы. Ему пообещали золотые горы. Внешне меняется человек, особенно женщины, начинает выглядеть совершенно не так, как она выглядела совсем недавно. Характер меняется далеко не в лучшую сторону. Поэтому это мои собственные личные наблюдения, которыми я, к сожалению, вот столкнулся, будучи уже священником. Поэтому я считаю, что греховная страсть всего маркетинга, участвовать в нем православному христианину, негоже, надо зарабатывать средства иным путем, более честным и благородным. Давайте обратимся к чтению Евангелия, которое нам предлагает церковь в этот воскресный день. Вот, может быть, натолкнет нас еще на некоторые размышления и обретение истины. Это строки из 22 главы Евангелия от Матфея. «Некто законник, искушая Господа, подошел, сказал ему: Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душею твоею, всем разумением твоим. Сия есть первая наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего своего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: что вы думаете о Христе? Чей он сын? Говорит: Давидов. Говорит им: как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу
врагов твоих, подножия ног твоих. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог ему отвечать, ни слова из того, с того дня никто не, уже не смел спрашивать его». 22 глава Евангелия от Матфея. Это же уже конец евангельского повествования, конец земной жизни Спасителя до его распятия и воскресения последующего. И вот снова и снова люди пытаются поймать Христа, вот какая заповедь наибольшая. Ведь как хитро было сказано. Скажет Господь, вот эта заповедь больше. Скажет, а вот это как же? Скажет, вот это, а как же это? Их же там целых 10 заповедей, да, в законе Моисеевом. Но Господь совершенно производит переворот сознания. Вы перестаньте искать каких-то выполнений, фарисейского выполнения, каких-то пунктов. Вы, любовь-то у вас есть к Богу, причем такая любовь, что вы любили Бога всем сердцем, всем разумением своим, всем существом своим. Вся жизнь была посвящена Богу. Есть такая любовь. И то же самое к ближнему, который есть образ и подобие Божие. Кого мы любим больше, себя или других? Сегодня бывает страшно смотреть на то общество, которое совсем недавно еще было православным и христианским. Ну, большинство людей у нас подавляющее, большинство крещенные, абсолютное большинство русские люди. Но почему у нас исчезла любовь? Почему мы перестали говорить друг другу «здравствуйте, пожалуйста, извините, будьте любезны, не уступая места в транспорте». Мы уткнулись в свои телефончики и больше ничего не замечаем. Рядом с нами люди, нуждающиеся в помощи, мы даже слова-то доброго сказать не можем. Почему мы перестали приносить милостыню? Вот рядом с нами живут люди, нуждающиеся в помощи, мы слова доброго им сказать не можем. Мы живем только для себя. Максимум для тех людей, которые нам будут выгодны, удобны, приятны, для которых что-то можем получить. А вот если мы не живем вот так, отдавая себя людям, какие же мы христиане? Простейшая вещь. Зашел ты в помещение, ноги вытри. Вот сейчас осень, грязь. Вот мы несем это. А уборщица вытрет. Так что ли? Мелочи, скажете? Да это не мелочь. Это небрежность по отношению к людям. Эксплуатация для других людей. Вот вопрос ваш про сетевой маркетинг. Пожалуйста. Бога нужно любить прежде всего. Всем разумением своим, всем существом своим. Всеми делами своими. Всей сердцем, всем душой. Если будет это, не будет этих дурацких вопросов. Вот следом Господь беседует с фарисеями, ну, которые считают себя правильными. Вот, кто ты такой? Ты сын Давидов, ты простой человек, там, плотник. Хорошо, скажет Господь, да. А вот как же Господь-то? Как сам Давид называл Мессию Господом своим? Поэтому отношения наши с Богом, отношения наши с людьми должны основываться на высочайших истинах, истинах любви, а не просто каких-то вот формального исполнения тех или иных правил. Так что давайте-ка будем трудиться, трудиться над собой и все больше и больше искать любви в собственной своей жизни. Помоги нам, Господь. Ждем ваших вопросов по нашим телефонам, социальным сетям, по электронной почте. Всего доброго.